Привет, друзья! Опубликованы кадры запуска сирийской баллистической ракеты .U советского производства. ОТРК.У показывают редко. Его активно раньше использовала украинская армия. Он также стоит на вооружении Республики Беларусь и еще 5 стран. В России на замену ОТРК.У пришел ракетный комплекс «Искандер-М». На видео показан алжирский вариант «Искандер-Э» на шасси НЗКТ-7930. Стоит отметить, что около 50 ОТРК.У есть у России, но, видимо, к ним нет ракет, так как использование их так и не показывалось. Модернизированный ракетный комплекс получил наименование «Точка-У» и разработан Коломенским КБ машиностроения. Войска СССР получили его в 1989 году. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У» оснащается одноступенчатой твердотопливной ракетой 9М-79М и 9М-79-1, имеющие инерциальную систему наведения. Ракета снаряжается кассетной, осколочно-фугасной или ядерной боевой части до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. Боевая часть ракеты весит 482 килограмма. Дальность полета ракет «Точка-У» до 120 километров. Скорость ракет до 1100 метров в секунду. На испытаниях Айдек-93 точность ракет «Точка-У» составила от 5 до 50 метров. Ракетный комплекс «Точка-У» размещен на шасси ВАЗ-59-21 и обслуживается 3 операторами. Срок эксплуатации «Точка-У» не менее 10 лет, из них 3 года в полевых условиях. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.